Welcome, welcome, welcome. Розыгрыш брелока. Ой, не брелока. Спиннера, конечно же, спиннера. Фингер спиннер лога. Шальке 04 достанется сейчас человеку, ну, который здесь выиграет. Обновим эту страницу, чтобы все голосования подсчитал. Он, да, ведь 86 комментариев, 115 лайков. Кто-то поставил лайк, но не поставил комментарий, значит, ему спиннер не нужен. Ну что ж, готовы? Поехали. Spin to win. Ладно, давайте еще раз нажмем, а вдруг еще кто-то. Вот еще один коммент появился. Spin to win. Все, поехали. Павел Титов. Спиннер написал он. И заходим в Павла. Входим в Павла. Входим аккуратно. Смотрим, у него есть три подписки. Нет, не то, это какие-то видео. А как мне выйти? Я хочу увидеть его подписки. Павел Титов, открой мне свою страницу. Будь золотцей. Золотцем. Открой страницу, Гюльчатай. Я только могу видеть, что он какие-то видосики выкладывал. Павел Титов гипотетически выиграл, но тут только видосики можно смотреть. Это пока гипотетически, потому что он, возможно, не соблюдел, не соблюдул, не соблюдовал. Он мог не соблюдовать одно правило, ребят. И это правило должно было быть подписка на мой канал, но мы этого не видим пока. И более того, мы не слышим Павла Титова. Я объяснял, что будет сегодня все в 20:00. Раз он все еще нигде не написал, возможно, его сейчас здесь нет. А когда он этот комментарий оставил, интересно? Давайте это видео посмотрим. И найдем, где он там написал. Так что вы не разбегайтесь. Возможно, мы сейчас переигровку сделаем. Не соблюл, да, вообще не соблюл он. Парам-пабам. Пам-пабам. Да, вот он. 15 часов назад. То есть гипотетически он может и не быть уже сегодня на стриме. А нам нужен именно живой человек. Ох уж он несоблюдка. Вообще полнейший несоблюдок. И так как он несоблюдок, ребят, придется нам, ребят, с ним расстаться. Сегодня надо было быть в прямом эфире, так что обновляем эту страницу. Еще один у нас кандидат появился. И... Пара-ба-ба-ба-бам! Арнольд Бабаян. У меня дети, мне нужен спиннер. Спиннер пишется с двумя N, потому что это английское слово. Я живой, Ярмак, ты живой, это да, но не ты выиграл. Арнольда Бабаян, теперь смотрим его, Арнольда нашего, кандидата, так, понравившееся видео, опа, а где я? Ну, я есть, даже оба меня есть, это хорошо, это хорошо. Это явно соблюдола, соблюдола. Так, Павла закрываем, Павел не очень оказался. Теперь осталось дождаться его здесь, Арнольда Бабаяма. Тоже будет соблюдком. Ну вот соблюдок один нашелся. Осталось только дождаться, пока он ответит нам. Я еще говорил, ребят, вчера это на стриме, сегодня вот, 12 часов назад. Может, он еще не проснулся. Эх, ну он так старался, Арнольд Бабаян. У него были дети. Эй, Арнольд. Эй, Арнольд. Вроде победители есть, но он молчит. Ну что за ерунда? Причем, ну, тут точно все соблюдено, кроме вот этого. Давайте сделаем так, ребят. Арнольд у нас будет кандидат номер один в президенты. В президенты Шальке 04, кандидат номер один. Я выложу видео на Ютубе, вот это вот коротенькое, победителя. И если Арнольд нам в течение дня не отпишется, мы приз отдадим тому, кто сегодня онлайн. Да. Поняли, да, мою логику? Я ему дам ровно сутки. Так что мы сейчас кандидата номер два выделяем, но кандидат номер два это пока вот до завтрашнего 8 утра он не будет кандидатом. Найдем сейчас человека, который точно есть сейчас везде. Я онлайн. Да при чем здесь Ярмак ты? Этот Ярмак. Стас Костынченко. Костыченко или Костынченко. Я есть, понравилось, все годится. Стасик! Стасик, ты где? Бутик говорит, это он. Как думаете, верить Бутику, что это он?
Я даже не знаю, доверять ему или нет. Сейчас, секунду. Махинации проведу небольшие. Махинации ВКонтакте, потому что бутик у меня был в ВК в друзьях. Я не помню, как бутика звали. Стас Костанчук. Блин, он есть здесь, приколите. Не, ну это не может быть правдой. Но я вам докажу, что это правда. Вот он. Стас Костанченко, он уже есть у нас в друзьях. Это бутик, и вправду. Ну что ж, бутик. Кандидат номер два. Первый победитель Арнольд Бабаян. Эй, Арнольд, отзовись. У тебя есть ровно сутки, чтобы забрать приз. Если ты его не забираешь, к сожалению, приз уходит... как говорится, очко Арнольда уходит в зрительный зал, а в зрительном зале его ждет бутик. Поздравляем. Аплодисменты. Все.